Всем привет! И снова мы на охоте. Утка 2020 осень. Прибыли на то же место. Нас четверо. Двое тут сидят, двое там. Так. Ну что, уток пока мало, совсем мало. Даже не видать. Когда заходили, штук 20 летало. И все. Так, значит так, советую манок, духовой манок канат купить. Наши якутские ребята делают очень качественные, хорошие духовые манки на креку. Доброе утро всем. Время 10:14. Значит, уток совсем мало. Ну есть, но где они подалеку, очень далеко и высоко летают. Не подлетают близко. Выстрел. Вот еле добыл 4 утки за утро. 3 черка и 1 шелохвостка. Несколько моментов проморгал. Сзади подлетали 2 раза. Черки и крекву. Проморгал. И вовсе не знаю. Уток совсем мало стало. Очень шугливые стали. Очень высоко летает. Так. Ну, до обеда посидим. Посмотрим. Потом вечер посидим и завтра утром. Посидим и сразу домой. Ну что, пожелаем себе удачи. Ни пуха, ни пера. Майна и то сходит дун.
Есть контакт, есть контакт. Стая чурков летает. Уже сбились в стайку. Шилка. Красавчик. Чурок. Колбец. Опа! О, широконоска. Широконоска. О-ку-ку-ку-ку. Барретта. Каван. Карикаша пострелил. О, хороший, здоровый крикаш. О, смотрите, ставьте лайки. Отлично. Смотрите, столько уток. О, в основном все крупные. Вот результат. 40 с чем-то уток. 42. 42, да? 42. 42 утки.